И в продолжение. 62 пожара ликвидировали на территории региона сотрудники МЧС за праздничную неделю. К сожалению, один человек погиб, еще двое получили травмы. Всего огнеборцам удалось спасти 23 жизни. Основной причиной возникновения пожара стал аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Вечером 12 мая поступило сообщение о возникновении пожара в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома на первом этаже Московском шоссе города Ульяновска. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения 8-й пожарно-спасательной части наблюдалось сильное задымление в подъезде. Работало звено газо-дымозащитной службы. Сотрудникам МЧС России с помощью спасательных устройств были спасены 7 человек. Еще 9 человек эвакуировались самостоятельно. В кратчайшие сроки пожар был полностью ликвидирован.